Республикасы ветеран я советен вечка для Людмила Жукова, Юкшисменка, ткучам уж региона, но че улама йозле от секшетан туйвижен. Он еще ань тылын уджалыш, кучалам Ленинграден олыш, концлагеря вечкавлам, тыр арлы тымайсла шетен истав колана социальный личет. Того еще ань тая мугмадымыс эм и войнаса челядлен. Это день уважения, добра и заботы о пожилых людях. И вот в нашей республике сделано очень много для того, чтобы пожилой человек не был забыт. В первую очередь я хочу сказать, что День пожилого человека – это напоминание молодым и всем, кто окружает нас, что старость ждет всех, и надо о ней позаботиться, проявить заботу, любовь и доброту. В республике выделено 40 миллионов рублей для того, чтобы пожилой человек мог бесплатно отдохнуть по санаторным путевкам. Через Республиканский совет, получая субсидию, мы 1200, а то чуть-чуть больше, оздоравливаем людей на базе санаториев Кировской области и Ярославской. Так он же победа, благотворительный фонд, чукартес миллион, как ям еще щурс шайт. Та было небесный пес, отсалысный джонь там на ветеран яс лыч оланын яс, лыше десны аймы вас науджит тышин, погибните маясле памятники яс, да небесное лекарство яс.